Меня зовут Смородина Оксана, я живу в городе Славянске. Я сюда приехала с детьми, с племянниками. У меня в Славянске остался муж, остались родители, вся родня наша там осталась. Я вас прошу, дайте нам жить спокойно, мы хотим просто работать и поднимать, растить детей. Мы не хотим войны. Не убивайте наших близких, родных, пожалуйста. Меня зовут Оля, я из Славянска, мне 30 лет. Приехала из города Славянска с двумя своими детьми. В Славянске остался муж, родители, брат. Мы обычные люди, не так, как нас первоначально могли назвать. Сначала мы были тетушками Донецкой области, потом мы стали сепаратистами, потом мы вдруг превратились в террористов, ну, как только они называли нас. Мы обычные люди, и в Славянске остались наши родственники. Мы просим, чтобы наших родственников не убивали. Я Костя Смородинов. Вот я приехал из города Славянска. Там мои бабушка и дедушка. Пожалуйста, не стреляйте в нас. Я Валерия Карпенко. Я из города Славянска, Донецкой области. У меня там остались родственники, ну, близкие мне люди. Петр Порошенко, пожалуйста, уберите свою украинскую армию. Мы хотим жить. Не убивайте нас. Я Овчаренко Марина, жительница города Славянска. Порошенко, уберите, отведите свои войска. У меня осталось там много родственников, мама, семья, сестра, брат. Отведите свои войска, не стреляйте в нас и не убивайте нас. Мы хотим вернуться домой, к себе. Господин Порошенко, я житель города Славянска, Гаркавенко Светлана Александровна. Мы устали жить в войне, когда дома обстреливают, дети страдают, боятся, ночуют в подвалах. Оставьте город Славянск в покое, отведите войска, мы хотим вернуться домой. Мы любим город Славянск, сколько можно нам терпеть? Я Максим, я из города Луганска. Я хочу передать привет своему папе, который сейчас сражается за нашу страну, и своим бабушкам и дедушкам. У нас там осталась собака, мой папа, мои две бабушки и три дедушки. Хочу передать им огромное... чтобы они берегли себя. Не убивайте, пожалуйста, людей, не убивайте. Я Шилова Любовь Петровна. Приехала сюда, с-под обстрела выскочила. Привезли нас автобусом сюда. Люди здесь нас приютили. Спасибо им. Спасибо России за то, что она оказала поддержку нам. У меня в Славянске там остался сын с невесткой. Не убивайте нас, наших детей, родных и близких. Не разрушайте наши дома. Я вас прошу. Меня зовут Катя Смородина, а мы из Славянска. Вот там у нас бабушка и дедушка. И вот там все родные. И, пожалуйста, не стреляйте нас. Я из города Луганска, меня зовут Виктория. У меня в Луганске остался муж и родители. Очень сложно было уезжать, очень было страшно. Уезжали тогда, когда стреляли, не прекращая стрелять, мы просто лежали на полу всей семьей. Очень страшно. Страшно просто не передать. Очень благодарна тем людям, которые нас здесь приняли. Нам дали абсолютно все, абсолютно все. Большое-большое спасибо России. Я благодарна за то, что мои дети и я здесь. Очень жаль тех людей, которые остались там. Очень тяжело смотреть новости, смотреть то, что они делают. Я очень прошу, перестаньте убивать. Хватит убивать мирное население. Хватит убийств. Меня зовут Карпенко Анна. Я с города Славянска, Донецкой области. У меня в городе осталось очень много близких и дорогих мне людей. Господин Порошенко, уберите, пожалуйста, с Донецкой Народной Республики, а тем более со Славянска, свою украинскую армию. Не надо нас убивать. Мы хотим жить. Меня зовут Артем. Я приехал из города Луганска. У меня там остались две бабушки, три дедушки и папа. Я им всем хочу передать привет. Спасибо тем людям, которые приняли нас сюда. Спасибо России. Не убивайте.